Уже шмат годов Гомельский державный медицинский университет сярод лидеров Украины. Це то отдел студентов у науковых семинарах и исследованиях, це спортивных споборництвах и творчих фестивалях, мероприемства громадянско-патриотичной накерованности, и они завсёды у лику перших. Вот и сегодня яны самые-самые, самые пригожие и счастливые. У этом году университет выпускает 587 дипломованных специалистов. 19 червня были уручены 163 дипломы студентам медико-диагностичного факультета. Зараз подошла черга выпускников лечебного факультета. Сёлета их 365 человек. Очень жалко, что 365 отечественных студентов и 59 студентов из иностранных государств покидают наш родной университет. Это были очень хорошие студенты, которые всегда стремились к знаниям и продолжают стремиться сейчас. Я надеюсь, что наши специалисты проявят себя высококвалифицированными врачами не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского пространства и в дальнем зарубежье. Конкурс у меди завсёды высокі. Про гэта ведаюць і за межамі краіны. Студэнтаў, якія прыбылі за мяжы у ВНУ, з кожным годам становіцца ўсё больш. Сёлета дыплом доктара атрымліваюць грамадзяне Індыі, Сірыі, Шры-Ланкі, Йемена, Лівана і Палістыны. Вялікай папулярнасцю медыцынскі універсітэт карыстаецца ў моладзі з Туркменістана. Выпускнік лячэбнага факультэта Гуджгелдзі Гаражаеў у Гомель трапіў не выпадкова. Не так даўно гэты ж універсітэт скончыла яго сястра. Бацька выпускніка таксама ўрач. У свой час скончыў беларускі дзяржаўны медыцынскі университет. 6 лет, как 6 дней, очень быстро прошло так, и я очень благодарен нашим преподавателям, ректору, что вот дали очень ценное знание, поделились своими опытами. Я также вот благодарен нашим президентам Республики Беларусь и нашего Туркменистана. Вот это еще раз укрепило нашу дружбу между странами. Ольга Славина, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель».